Все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Пусть это все давно уже прошло. Я представляю часто и поныне. На эшелоне солнце бьет в стекло. И вчетвером мы вновь в одной кабине. И нам сейчас название экипаж. И мы сейчас как организм единый. И тот, который видим мы, визаж. Увидеть можно только из кабины. И тот, который видим мы, визаж. Увидеть можно только из кабины. Тамара принесет нам кофейку, и штурман вновь достанет сигареты. Владивосток нас ждет или Баку, а может быть Ганновер с эстафетой. И хорошо мне просто от того, что я в кабине, в экипаже, в форме, и мне не нужно больше ничего. Полет идет, параметры все в норме, и мне не нужно больше ничего. Полет идет, параметры все в норме. И жалко мне немного пацанов, что на глазков сразу попадают. Конечно, там работа, будь здоров, но несомненно что-то пропадает. На Боингах зарплата хороша, и сетовать неловко как-то даже. Но там была душа, но там жила душа в четырехчленном нашем экипаже. Но там была душа, но там жила душа в четырехчленном нашем экипаже. Наш самолет коснулся полосы. Кто спал в салоне, даже не проснулись. Пробег остановленные часы. Мы удовлетворенно улыбнулись. Полет окончен, можно отдыхать. И гордо рулит лайнер бело-синий. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Да-д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 а